Друзья, если вы хотите продать свои личные вещи, советую посетить группу ВКонтакте «Рыбалка, охота, туризм, ХМАО» или наоборот, приобрести у участников какие-то интересующие вас вещи. Ссылку оставляю в описании под видео, а мы начинаем. Друзья, рыбоохотникам всем привет! Сегодня мы приехали на открытие зимнего сезона. Сегодня будем ловить на желез. Взял 20 жерцов. Попробую на балансиры. Здесь большое озеро. Она не особо глубокая. Ну, где-то по пояс. Сейчас надо будет по лесу пройти. Взял с собой волокушу. Иду пока что потихоньку. Ну, прикольно тут. Красиво, конечно. Летом тут практически не проехать. Вот сколько грязи тут намесили. Тут я на своей точно не проеду. Ждем, пока все это замерзнет. Сейчас почва не особо мерзла. Еще морозов у нас таких особо и не было. Когда все замерзнет, нам можно будет здесь проехать. Вот наши русские джипы, которые смогли проехать. Но здесь чуть-чуть осталось. Вот, по тропинке и выходим на озеро. Красотень! Как снегом все запорошило. Болотистое место. Ну вот наше озеро. Рыбаки уже тут с утра рыбачат. Мы, правда, немножко опоздали. Да, хватает рыбаков. Целая куча. Мои жерцы достал. Сейчас. Вот так, сколько их? 7 штук, наверное. И вот делал в прошлом году колокольчики, чтобы было слышно на флажках. Уже забыл, как их ставить. Вот так. Так они ставятся. Там живчики. В основном лучше цеплять под горб.
так она быстро схватит его, быстрее намного. Да, глубина тут, конечно, очень маленькая. Первая есть. Ну вот, установил 7 жерлиц, сделал коридором, далеко, чтобы не бегать. Будем ждать. Только поставил, буквально минут 15 прошло, первая сработка, мотает. Отмотал. Сошла, выплюнула, блин, съела, твою мать, надо было подождать. Вот как всегда, блин, побыстрее надо вытащить ее. Так, теперь будем ловить на мормышку, на мотыля. Глубина тут капец, метр всего лишь. Одного я поймал, окуня. Сейчас еще поймаем. Надеюсь. Мелочь, конечно, клюет, но... Опа. О, поймала, хороший. Молодец. О, какой. Ну как, вот ну, предыдущий давай. У меня такой же поймал. Давай. Классно. Сфоткай меня. Нет. Ну такой он, как бы небольшой, конечно. О! Мелкий, да, маленький. Я такого брать не буду. Все маленькие. Ну, вот пока три окушка небольших. Ну, с ладошку чуть больше. Блин, у меня флажок. Стоп, подожди-ка. Флажок аж слетел. Я-то думаю, что не видно. Жерлица сработала. Плохо закрепил флажок. Что даже колокольчик не было слышно. Подзамерз. Нет, нету. Странно.
Надо было дома нормально жариться, перебрать. А что-то совсем флажки слетают. Ладно. Теперь он звенит, я надеюсь, его услышу. О, поймала. Маленький. Давай отцеплю. Ну да, маленький. О. Блин, опять та же самая жерлица дальняя. Почему-то, о, мотает. Одна и та же срабатывает. Мотает, мотает. Ух ты, окунь, окунь. Окунь ушел. Блин, вот такой хороший окунь был. Твою мать. Короче, он его не заглотил нифига. О, тащи, тащи. О. О. Все, ну типа точно ты меня не вручает, да? Ну такой что-то тоже, да? Да, небольшой. Малюпасик. Малюпасик. Что за слово такое? Малюпасик. Ко мне в лунку. Обновить лунку. Пускай. Давай. Опять этот флажок слетел. Сработка на дальней жерлице. Не знаю, что тут есть. У нас нету. Может быть, живец ее так сдергивает. Но хотя не должен. Всего-то там 10 сантиметров. Даже не мотает. Нет. Да нет, все на месте. Странно. Уже какая сработка, ни одной щуки нету. Теперь каждый раз надо будет этот флажок одевать. О, вот так вот сделаю насквозь. Чтобы не улетал. Что-то непонятно. Скорее всего, живец его сбивает. Вот, сейчас не должна срабатывать просто так. Молодчина. Конечно. Я же просто лучше тебя дубать. О, хороший, смотри какой. О, ну такой прям. Вот такой у меня примерно на жерлицу сошел. Я его видел. Бля, вот это вообще добротный такой. Прям, по-моему, самый крупный. И на сегодняшний день. Ай, гадская, у него еще есть хвост, а есть голова. Фу, ой, мамочки, я не хочу его трогать. Нет. Ну и все тогда. А че ты? Нормально, смотри какой. Я не хочу трогать такого. Обычно личинка. Что-то тут вроде бы. Ай, фу. Жерлица сработала. Такую я еще на нее этот колокольчик-то не вешал. Из-за этого не услышал. Нету там ничего. Ничего не мотает. Нету. И живца нету. С
сожрали. Пока возился с одной, здесь еще одна. Да, это скорее всего окунь опять. Он его кусает, скорее всего, и это сдергивает, ну, флажок срабатывает. Но, скорее всего, ну, жрец до сих пор на месте. Ну вот, народ уже домой собирается. Уже половина рыбаков разбежалась, по домам уехали. Ну, жерлицы, конечно, сегодня молчат. Что-то сегодня щуки ни одной не было. Пока что окуня клюют мелкие, разные. Мелкие, средние. В принципе, сезон открыли. Сезон удался. Есть рыбка. Только вот поменял живца, сразу сработал. Но это опять, наверное, скорее окуни. Уже, наверное, его содрали. Скорее всего, уже съели. Нет. Висит на месте. И, скорее всего, окуни грызут и срывают. Маленький, ты, правда. Малипасик. Малипусики. О, опять такая же. Ну, только начали домой собираться с работы. Не знаю, что там. Может, что-то есть. Только что мотало. О, что-то есть. Щучка. Ну, небольшая, маленькая. Напоследок. Напоследочек, да. Сейчас уже буквально сколько? Ну, часа на третий час. Три. Ну, зачем такая? Мы такую отпустим, конечно. Под вечер начала щука брать. Но мы уже все конкретно собираемся. Сидеть до вечера, до темноты не будем, так как у нас темнеет быстро. Через час уже будет темно. Напоследок я поймал щуку на жерлицу, но я ее отпускаю. Все. Классно. Ну вот, друзья, как-то вот так мы открыли сезон. Половили мелочь. Утащил у меня сегодня кто-то мою удочку с хорошей мормышкой. Не знаю, не успел схватить, короче, она просто утонула. Вот. Щука была одна, под конец поймали. Ну и акушатом подергали немножко, душу отвели. Вот. Ну, кому было интересно, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Скоро у меня будет тест мотобуксировщиков, мотобуксировщика Якудза. Вот. Скоро, наверное, скорее всего, поедем на избу. Там будет рыбалка и будет тест. Ну и всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок.